Поджали, да? То есть сейчас не откопыриваем вот так, да, а немножко вниз. Все, кто правши, левой ногой один шаг вперед сделали. Хорошо, отлично. Распределили вес так, чтобы было 50 на 50, чтобы не было перевеса сюда или наоборот вот так. То есть 50 на 50. И теперь смотрите, когда мы шагаем, наша задача сохранить ширину плеч. Никита, смотри, ты стоял так, а когда шагнул, ты стал вот так. У тебя сейчас ноги на одной линии. Поставь ноги слева и справа от этой линии. Эта нога здесь, да, а эта нога здесь. И ноги никогда не стоят на одной линии. Хорошо, это самая большая ошибка, поставить ноги на одной линии. Здесь все отлично, 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 отлично. Стопы немножко вовнутрь, немножко, не сильно, но и не вот так. Потому что при любом ударе по ноге у нас будет разрушаться стойка. Хорошо, отсюда. Хорошо, подняли руки наверх. И как будто хотим локтями ударить себя по ребрам. Опустили вниз. Хорошо. Сжимаем кулаки. Ну, те, кто занимались карате у меня, да, у нас руки очень часто опускаются вниз. Здесь должен быть такой ориентир. Вы всегда должны чувствовать, что ваш подбородок, ваши кулаки выше вашего подбородка. То есть ваши кулаки могут быть на уровне вашего взгляда, на уровне глаз. Либо если это вы чувствуете, что вам немножко зажимает, да, чуть-чуть ниже, но подбородок всегда перекрыт. Никогда нет такого положения, что подбородок сам по себе, а руки внизу. Когда? Хорошо, руки здесь подняли и корпус развернули. Левое плечо вперед, правое назад. Отлично. Стоим в этой позиции. Сейчас я каждого поправлю, чтобы у нас не было этой машины. Есть? Чуть шире. Да. Вот. Здесь хорошо, здесь хорошо. Здесь хорошо. Ага. Здесь. Выйти из базы и вернуться обратно. То есть через линию. Представьте, что на линии, где вы находитесь за линией, это ваш дом. Ваша задача сейчас зайти на мою территорию. Раз и вернулись обратно. Раз и вернулись обратно. Сохранить здесь позицию, не развалиться. Приготовились. Я буду считать, чтобы мы все вместе шагали. И. Между ногами ширина плеч. Крепкая, устойчивая позиция. Хорошо. Отсюда руки подняли. Локти перекрыли ребра. Хорошо, на уровне подбородка держим кулаки и на движение вперед левой ноги выбрасываем левый прямой, да, джеб, пам, и вернуться обратно, пам, и вернуться обратно. Кулак выбрасываем чуть выше своего плеча, правая рука перекрывает голову и ребро. Мы не открываемся, не опускаем здесь, контролируем и возвращаемся в базовую позицию. Пам, и вернулись, пам, и вернулись. В момент выброса стараемся, чтобы локоть не выдвигался в сторону. Узко, как будто мы в туннель хотим заехать, да? Пам! Го! Го! Тише! Корпус. И выбрасываем правую руку. И возвращаемся обратно. И возвращаем. Окручу бедро. Бедро и пятку. И возвращаюсь обратно. Первые 10 мы фиксируем. Раз, и сразу посмотрели, так, рука здесь, бедро закрутилось, пятку довернули. Когда? Приготовились, чуть выше плеча. Приготовились, левой ногой вышагиваем. Сам! Йо! Во, вот что-то смотрите на вес. Вторую держит вот так наискосок. Смотрите, что я делаю. Я с дальней дистанции касаюсь здесь перчатки и стараюсь здесь вам навстречу слоги моего. Хорошо, соединяем первый удар со вторым ударом, да? Рука, локоть. И вернулись обратно. Рука, локоть. И вернулись обратно.
точка, 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 точка. Здесь перекрывались. Раз, остаемся. Раз, Я очень